Как установили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, подсудимый организовал кредитно-потребительский кооператив с целью привлечения денежных средств граждан. Офисы предприятия располагались на территории Республики Татарстан. Обвиняемый принимал личные сбережения граждан и обещал им выплату вознаграждения в размере 120% годовых под видом выдачи займов другим вкладчикам под еще более высокий процент. Вместе с тем, он не имел намерения выполнять взятые на себя обязательства. Потерпевшими по делу стали 137 жителей Татарстана.